Всем привет, с вами я, Елена Шиповала. Сегодня я расскажу и покажу, какую посылку я получила из магазина shebiscrapbookshop.ru. Во-первых, хочу показать вам бумажные цветы. Особенно меня порадовали вот эти крупные розы. Далее заказала набор вот таких вот шнуров. Пуансетти. Вот такие новогодние братцы. Они мне вообще очень понравились. Вот такие вот висечки. Но я их заказала для мужских открыток ближе к 23 февраля. Такие колокольчики. Рамочки. Новогодние. Вот эти высечки лавандовые. Полужемчужины. Звездочки вот такие. Новогодние высечки. Фирмы Полкадот. Кружево. И вот взяла на пробу шапочки и вот такие боди для детских открыток. Ну и шапочки на зимние работы. Жалею, что не взяла больше, потому что они оказались очень такие хорошенькие и качественные. Набор бумаги. Я взяла 15 на 15 вот такой набор. И вот хлопковые сны, более такие нежные, и подойдут для детских работ. Это тоже взяла ближе для 23 февраля. Это стикеры. Взяла вот такие вот бумажные пакеты. Это даже больше для оформления своих открыток, чтобы не класть их в полиэтиленовые пакеты. Набор вот такой двусторонних. Вот такой набор двусторонних листов фирмы Fleur Paper. Это новогодний набор. Сейчас покажу вам, что какие листы там внутри. Вот здесь, думаю, можно не показывать, что лежит внутри, потому что здесь вот есть образцы. И также внутри там лежали вот такие вот бонусы, всякие фразы. Это тоже я заказала для 23 февраля. Ну вот тоже лист, тоже
для мужчин. Это стикеры. Ну вот и все. Если вам понравился мой обзор, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ссылку на этот интернет-магазин я оставлю в описании.